Безумный Паша, безумный Паша. Братва, изобрел самодельный транзистор с выходом во всемирную паутину интернета. Сейчас будем подключать. Братва, вот он весь мой транзистор. Вот она коробочка из-под реально просто губки. Вот есть выход на ней. Сейчас подключаем провода. Заводим телефон и выходим в интернет. Вот такая тема. Ну вот, братва, транзистор. Вот телефон без аккумулятора. Просто сейчас цепляем к ней зарядку. Подключаем провода к телефону. Заводим телефон. И все, и мы в интернете уже. Считай, что. Сука. Я контакт маленько поправил. Конечно, он зацепится. Так-то. Я их тупо отломил. Не влюбляйся. Братва, сейчас в данный момент отменяется пока все. Ювелирная работа. Не то состояние у меня. Завтра будет нормально. Может, и сделаем. Безумный Паша с вами. Стасян, снюхай тебя. Чтобы бизнес твой в гору шел. Чтобы порошок твой белый продавался во всей пекарне. Если будут арендаторы голову ебать с деньгами, обращайся ко мне. Подскочу, порешаем. Спорт не бросай. И будь таким же мощным и опасным, как и я. Вот тебе, братан, гантели в подарок. И на этими гантелями еще на мистер Олимпе мой прапрапрадед занимался. Как бы так, безумный Паша, с тобой. Азалия, поздравляю тебя с днем рождения. Она тебя очень любит, ценит, уважает. Ну и твоя дочка Амелия, чтобы росла красивая и здоровая. Самое главное. Ну и чтобы ты был лучшим отцом для нее. Ну и будет круто, надеюсь. Давай, чтобы у тебя стояло, бабки были. Дачи в море, море удачи, чики-пики. С днем рождения, Валера. Я желаю тебе, брат, чтобы жизнь была как сад, чтоб шумелая цела, чтобы щедрые плоды дала. И друзей, и теплый дом, и семью большую в нем, и работу по душе, и хороших платежей. Я желаю тебе, брат, чтобы был крепче, чем Булат. Силы, как у крокодила, чтобы на 100 лет хватило. Давай, поздравляю тебя, твоя любимая. Ну и желаю тебе тоже, чтобы у тебя стоял и бабки были. Ну и дачу, море, море, удачи. Братан, если будут какие-то проблемы, звони, я всегда на связи, обращайся. И будь такой же опасной машиной. Я в тебя верю, на тебя надеюсь. Чики-пики.